Вот и я, бродяга. А ты где? Хорошо. Не ходи, не ходи, лежи. Ну, куда, куда, куда? Куда? Отступай. Нет, Марселин спустился в город искать работу. Не захотел пойти за вами. А где сейчас найдешь работу? Да Марселина не очень любит работать. Со всеми ссорится, бездельник. Мне бы научить его уму-разуму. Не могу. Это с вами я смелый, а с ним... Ну, пошли, домой пошли. Тебя я понесу, ты не сможешь сам идти. В дорогу! Ну, пошли, 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 домой пошли, пошли! Ты уже вернулся, и все твое семейство. Здравствуй. Чем меньше за ними ухаживаешь, тем лучше. Ты мне дашь шерсти для пряжи, Исай? А я с тобой поделюсь нитками, как в прошлом году. В прошлом году. И не забудь, что ты сказала Синовале. Снег на носу, а он весь в дырах. Я все сделаю, Мари.
Тише, тише, места хватит всем. Тише. Что, полегчало? Ну, тише, тише, я сейчас. Thank you.
Ландо. Вернее, тут не было. Это все подтвердили. Точка опоры была одна из самых прочных. Все-таки разогрею суп. Ты знаешь, я привел всех овец домой с пастбища. Есть еще три новорожденных ягненочка. Они здесь, в хлеву. Хочешь посмотреть? Потом. Возьми соль. В деревне старик Руби, Мари Лавалу, Колос. Ну и что? Да, они сказали, что тоже хотели бы иметь такое стадо. Потом мы поговорили про аэроплан. Ты знаешь, аэроплан упал. Да, я слышал об этом. В городе, оказывается, все знают. Наехало много журналистов. Представляешь, все были убиты при падении. Никто не спасся. Откуда они это знают? Пилот другого самолета рассказывал. Обломки лежат на самой вершине. Никто не шевелится. Представляешь, аэроплан летел из Калькутты. Калькутта. А далеко это? Проводники все время спорили, надо ли идти на помощь. А зачем, если все погибли? Кого надо спасать? Ну, взять письма. Марселин. Ну, ты нашел работу? Разве я говорил тебе, что иду искать работу? Ну, что ты на меня так смотришь? Разве я не прав? Рубка леса, лесопильна, а еще что? Я не хочу из-за грошей подыхать на работе. Это хорошо для глупцов. Я хочу большего. У меня другие проекты.
Неужели ты хочешь стать проводником? Это еще зачем? Чтобы в один прекрасный день скатиться вниз, как ты? Я так сказал. Нет, я думал, ты прав, это ремесло не для тебя. А овцы? Что же ты мне не показываешь овец? Ну, пошли. Доброе утро, Зай. А я не слышал, как ты подошел. Ты пил кофе? Да. А я накормил животных, надоил молока, затопил печь, сапоги почистил. Ты действительно прекрасный хозяин. Да и музыкант ты отличный. Лучше всех в вашем оркестре. Правда? Зай, мне нужно поговорить с тобой. Да-да, я слушаю тебя. Что ты думаешь о жизни, которую мы ведем? Ты и я. Ну, что я думаю? Жизнь как жизнь. Одиночество и нищета. Вот когда ты был проводником, горы кормили нас. А сейчас эта работа уже больше не годится для тебя. Меня же эта работа никогда не соблазняла. Никогда. Везде в других местах люди живут по-настоящему. Богатеют, наживаются, заставляют работать на себя других, развлекаются. Почему только мы должны жить среди снега и грязи, с овцами, керосиновой лампой? Да, ты прав, жизнь у нас нелегкая. Вот именно, нелегкая. А я больше не хочу этой нелегкой жизни. Не хочу. Надоело тебе, да? Да. Я хочу отсюда уйти. Как это уйти? Торговлю завести, как сына Агаду. Ты помнишь сына Агаду? Да, я помню его. Помню. Ну, что он такое из себя представляет? Парень как парень, довольно обыкновенный. А смотри, пожалуйста, открыл магазин в городе, против вокзала, и продает лыжи и спортивные принадлежности. А, ты хочешь стать купцом и продавать все это, да? А почему бы и нет? Сын Агаду предлагает торговать с ним на паях. Но у тебя же нет денег. Продам дом. Как? Он ведь чего-нибудь достоит. Поэтому я и ходил вчера в город, советовался с нотариусом. Он уже даже покупателя нашел. Солидный господин, крупный промышленник. Но он ищет дом в этом роде, чтобы сделать из него шале и летом отдыхать в горах. Нет, дом продавать нельзя. Почему? Как, мы оба родились в нем. И наш отец тоже, и отец отца. Вот именно, вот именно. Они жизнью своей доказали, что в этой собачьей дыре разжиться нельзя. Хоть весь век работай как каторжник. А что касается дома, погляди-ка на него. Что в нем хорошего? Да, но это наш дом. Да, конечно, конечно. Мне тоже грустно расстаться с ним. Но это же лишняя обуза, и от нее надо избавиться. Ну хорошо, а я куда денусь? Будешь жить в другом доме. С тобой? Нет. Я буду жить в городе. Как же я без тебя буду жить? Ну, если ты не хочешь жить один, женись. А, 52 года это не старость. Я знаю хорошую невесту для тебя, Мари Лавалу. Она не откажется. Оставь Лавалу в покое. Она на 2 года старше тебя, но хорошо выглядит. Здоровая, опрятная, прилежная. Немного подновить ее дом, и он станет самый лучший во всей деревне. Вы отлично заживете вместе. Она ведь тебе нравилась лет 30 назад. Береги. Ты сам мне это говорил? Ну, отвечай. Согласен? Ты пойми меня, Марселин. Ты должен меня понять. Не я тебя. Я слишком добр, слишком хорош с тобой.
Ты же ничего не стоишь, никуда не годишься. Сумасброд ты этакий. Разбитая голова. Нет, нет. Дом продавать нельзя. Ну, так знаешь же. Нотариус сказал, что ты не имеешь права отказывать мне. Вот, читай. Статья 815. Свод гражданских законов. Никому нельзя отказывать в разделе имущества, наследства. Ясно, кажется? Нет, никто меня не может заставить продать дом. Ни судья, ни жандарм, ни нотариус. Бедный идиот, ты что воображаешь? Тебя в тюрьму не посадят, а просто в сумасшедший дом. Давно тебя пора туда засадить. Что с тобой делается? Ты меня больше не любишь, Марселин. Ты меня больше не любишь. Да как же тебя любить, когда с тобой нельзя спорить? Подумай. Подумай хорошенько, и я забуду и прощу. Согласись. Ну, я тебя торопить не буду. Мало-помалу ты свыкнешься с этой мыслью. Потом поблагодаришь меня. Ты куда, Марселин? Посланник Индии приехал в город. Да, дорого обошелся нам их аэроплан. Зачем посылать людей на верную смерть? Разве это по-христиански? Что случилось? Сервос погиб. Убился. Упал с горы. Как убился? Погиб. Умер из-за какого-то аэроплана. И даже не нашего. Иностранного. И жена осталась. И дети. Какие несчастные. Какой был человек, сэр Вос? Сколько раз вместе в горы ходили? Погиб. Я думал, ты тоже пойдешь к Жозефу. Зачем? Поговорить. Знаешь, все пришли. Не люблю болтунов. Это ничего не изменит. Что бы они там ни говорили, все равно сорваться не воскресят. Вот. Пилот самолета, который летел над местом аварии, сфотографировал обломки. Обломки самолета или же трупы? Святая мать. 10 метрами выше аэроплан был бы цел.
Министерство внутренних дел запретило продолжать поиски. Надо было раньше об этом думать. Откуда летел аппарат? Я же тебе говорил. Из Калькутты. Из Индии. Калькутта. Нотариуса видел? Видел. Видел. Ну и что? Не вышло. Почему? Нотариус телефонировал клиенту. Он не хочет покупать дом. Слишком далеко от города. Правда, не хочет? А ты доволен, да? Нет, нет. Нет. А может, он найдет другого покупателя? Другого покупателя? Одни слова и ничего больше. А я с ума схожу. А, Марсель? Опять что ли идти на лесопильню, надевать ярмо? Ни за что. Я хочу вырваться, уйти, уйти отсюда. Марселин, но ведь есть люди несчастнее нас. Вот эти, которые погибли на аэроплане. Правда? А Сервоз, его жена, дети. Я хотел бы быть на месте Сервоза. Ему, по крайней мере, уже больше ничего не нужно. Гадость. Мерзость. Все мерзость! Зай, а? Ты спишь? Стараюсь заснуть. Я хочу у тебя что-то спросить, Зай. А что? Не думаешь ли ты, что Сервозу не надо было лезть к Летчеру, а лучше было идти по южной стороне? Да, я тоже так думаю. Но он был слишком нагружен багажом, чтобы карабкаться с южной стороны. Зачем они тащили с собой все эти вещи? Сани, одеяло, лекарства? Зачем? Они же знали, что никого не осталось в живых. Как зачем? Это была его обязанность. Сервус так и сказал, никогда нельзя быть уверенным, что все погибли, может быть, кто-нибудь остался в живых. А если бы он шел туда и обратно, по южной стороне, мог бы он вернуться к вечеру? Да, мог бы, потому что по южной стороне вдвое ближе, чем лезть по глетчеру. Особенно, если идешь в цепи, и нет ничего тяжелого. Ты знаешь хорошо южную сторону горы? Ну, я раз 8 поднимался. Очень трудно. Да, трудно. Но это возможно. Ну, возможно. Даже в это время года. Ну, ветер сейчас смел снег в расщелинах, скалы еще хороши для подъема. Правда, обледенели немного. Значит, подняться можно? Да. Но Сервоз был очень перегружен. Да, я не о Сервозе. А о ком? О нас. Обоих. Я хочу подняться туда. Вместе с тобой. Ты что, нездоров? Ты должен это сделать, Исай. Я не понимаю, зачем? Что тебе там надо? Там остались обломки, мертвецы, письма. Весной пойдет туда экспедиция. Весной. Говорят, что самолет перевозил золото. Золото? Золото перевозили в Англию. Золото, награбленное в Индии.
Нет. Не надо верить всякой болтовне. Ну, если даже золота нет, то у пассажиров было, конечно, много денег при себе. На аэропланах летают богатые люди. Нам-то что до этого? Мы возьмем деньги себе. Взять деньги у мертвецов? Но это же лучше, чем грабить живых. Нет. Это нехорошо. Но мертвым же денег не надо. Деньги, в конце концов, пропадут. А драгоценности? Не знаю, может, ты и прав. Но это нечестно. А если бы сорвоз все прикарманил? Это было бы честно? Сорвоз не для этого туда подымался. Не надо хулить мертвых! Плохо ты думаешь. Никто даже не может нас осудить. Деньги и вещи уже ничьи. Эти люди мертвы. Да, нет. Нет, пусть все останется как есть. Не упрямься, Исай. Послушай же, послушай меня внимательно. Ну? Если найдем и возьмем себе деньги, то не надо будет продавать дом. И я один без огоду открою магазин, хороший магазин. А дом останется у тебя. Клянусь тебе, что я не стану продавать дом. Представь себе, дом останется у тебя. Все вечера мы будем проводить вместе. Надо воспользоваться случаем. Ну, что ты решил? Понимаешь, у меня руки уже не те, и голова тоже. Нет, нет, это ты сам на себя наговариваешь. Ты все еще вспоминаешь о своем падении. Забудь, забудь об этом, Исай, забудь, и ты снова станешь ловким, как обезьяна. Да. Знаешь, ты пойдешь впереди меня. Я сделаю все, что ты прикажешь, все сделаю. Ты даже можешь меня ругать, и я скажу тебе спасибо. Но мы должны туда пойти, во что бы то ни стало. Ну? Я сейчас лампу зажгу. Исай. А? Ну, ты пойдешь? Не знаю. Чего-то я себя плохо чувствую. Ну, что с тобой? А ты уверен, что деньги ничьи? Опять. Я же тебе объяснил. Да, я понимаю. Но я очень боюсь, Марселин. А вдруг я не смогу подняться на гору, как прежде? Я ведь 10 лет не ходил, состарился. А что, если гора не захочет нас принять к себе? А? Что, если не захочет? Потом сейчас погода неподходящая. Ну, если ты не хочешь, я пойду один. Как ты пойдешь один? Ты ведь дороги не знаешь, ты себе шею сломаешь. А мне все равно. Я не хочу жить без денег. Лучше подохнуть. А, нет, нет. Не пущу тебя одного, нет. В таком случае, пойдем. Если гибнуть, так вместе. Не правда ли? Зай. Да, конечно.
часа, вставай. А что случилось? Пора идти. А куда идти? Ты что, уже все забыл? Не устраивай мне таких шуток, зай. Вставай. Я вспомнил. Вспомнил. Я обещал тебе подняться по южной стороне горы. Слава богу, вспомнил. Ну, вставай, вставай. Видишь, Марселин, я вспомнил. А ты боялся, что я не вспомню? Нет. Ну, пойдем, пойдем. Идем. Одевайся. Поторапливайся. Да. Нельзя терять ни минуты, если мы хотим на заре быть у подножья горы. Да, сейчас. Сейчас. Что с тобой? Я боюсь, он очень страшный сегодня. Поменьше разговаривай. Пошли. Пошли. Да, пошли. Ну, пойдем. А может вернуться назад? Возвращайся, если хочешь. Я пойду один. Как один? Не пущу тебя одного. Тогда пошли. Идем.
Ничего. Терпимо. Стекло. Да, я знаю. Марселин! Ты готов? Сейчас. Поднимайся медленно. Ага. Зацепись левой рукой, там есть выступ. Я не вижу. Над головой.
Давай. Не торопись. Хорошо ли ты меня держишь, Исай? Да-да, ты не бойся, не бойся. У меня замерзли руки. Судорога. Старайся. Немного осталось. Прошли самый трудный подъем. Еще полтора часа и конец. На, лучше выпей коньячку и успокойся. Выпей. Выпей, выпей. Конечно, мы можем спуститься. Но жалко, забрались так высоко. Правда? Исай, ты уверен, что мы дойдем? Конечно. Ты не сможешь меня держать. Я вытяну тебя, как тянут груз. Если так, то попробуем. Если нет, ты спустишь меня вниз. Да, 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 да. Да. Но я хочу отдохнуть, Исай. Конечно, отдохни. Отдохни.
Марселин. Thank you.
Зай! Что? Что? Что случилось? Там, а? Там. Что? Что? Кто-то двигается. Тихо, тихо, тихо. Я видел. Это... Кто-то шевелится. Это ветер, ветер, это ветер, не бойся. Ветер, тихо, 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 мой мальчик. Нет. Тихо. Нет. Тихо. Я видел. Там шевелится. Я сейчас посмотрю. Ты не бойся, не бойся. Тихо, тихо. Вы слышите меня? Вы потерпите, скоро вам станет легче. Что делаешь? Хочу привести ее в чувство. Это ее стоны я слышал. Да. Больше живых нет? Нет. Напрасно теряешь время. Что ты? Доктор сделает ей впрыскивание. Какой доктор? Любой доктор в городе. Ты хочешь нести ее в город? Да. Не делай этого. Почему? Если мы с ней явимся в деревню, то все поймут. Что поймут? Ну, что мы были у аэроплана. Ну и что? Как это? Ну и что? Глупая эта голова. Никто же не поверит, что пришли сюда просто. Чтобы размять ноги, заподозрят, что мы грабили аэроплан. Явится полиция. А? Нас будут допрашивать. Посадят в тюрьму. Этого ты хочешь? Если мы отнесем ее в город, то лучше отказаться от всего. Зай. Явится полиция. Нас будут допрашивать. Посадят в тюрьму. Этого ты хочешь? Зай. Все будет хорошо. Не бойся, не бойся, не бойся. Если мы отнесем ее в город, то лучше отказаться от всего. Ну и откажемся, а? Оставь ее здесь. Ну что ты? Если мы ее оставим, она умрет. Это же индуска. Настоящая индуска. А? Знаешь что, Марселин, мы пойдем через глетчер. Почему? Это же дальше. А иначе будет трудно спускать ее по скалистой стене. Да и сучка! Довольно, иди вперед! Она же как? Забудь о ней! Иди вперед! Она же погибнет, если ее бросим здесь. Мне плевать, пусть подыхает. Я скорее задушу ее собственными руками, слышишь? Не говори так, Марселин.
Стой! Я не боюсь тебя! Я приказываю тебе не делать этого! Ты во всем должен слушаться меня! Ты же блаженный идиот! Это все в деревне знают! Ты что, хочешь, чтобы я все потерял из-за этой обезьяны? Да не трогай! Подожди меня!
сейчас я затоплю печь и приготовлю ужин. Потерпите немного. Да? Извините меня, мне надо посмотреть за животными, подоить коз. Они страдают, бедные. В имя их полны молока. Знаете, у нас гость. Одна дама из Индии. У нее черные волосы, серебряные браслеты и золотая точка на ноздре. Она очень красива. У нее на родине слоны и танцуют змеи. Я обо всех вас рассказал ей. Кто бы мог подумать? Я пойду, посмотрю, что она там делает. Я не люблю ее оставлять одну. Марилавалу, Колос, Бардью.